Летняя школа-конференция по хемоинформатике уже третий раз открывает свои двери. Предназначена школа для тех, кто желает расширить свои познания в данной области, и тех, кто даже не знаком с базовыми ее понятиями. Хемоинформатика – это новое и крайне востребованное мультидисциплинарное направление современной химической науки, находящееся на пересечении химии, биологии, математики и информатики. Основными целями данной дисциплины являются хранение и организация доступа к химической информации, а также ее использование для создания соединений, реакций, материалов, обладающих заданными характеристиками. Основное применение хемоинформатика находит в создании новых лекарственных препаратов для медицины и ветеринарии, а также широко используется для создания инновационных материалов, катализаторов, реагентов для химической промышленности. Эта школа объединяет ведущих ученых в хемоинформатике, которые рассказывают о самых современных достижениях в этой науке и вообще использование информационных технологий и компьютерных технологий в химии для того, чтобы решать химические задачи. Летняя школа ставит своей целью создание условий для подготовки в России специалистов по хемоинформатике мирового уровня, а также формирование учебно-научной среды, объединяющей представителей академической науки, фармацевтической и химической промышленности и IT-специалистов. В течение 3 дней в летней школе будут выступать ведущие российские и мировые ученые по различным аспектам хемоинформатики с пленарными докладами о достижениях, успехах и современном состоянии науки. Работа школы продлится до 7 июля. Принять участие в ней может каждый желающий. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.